Хорошо. Задай хорошо, малыш. Окей, давай, удиви меня. Русские мужчины привыкли удивлять украинских женщин. Ой, да ладно. Извините, мне неудобно прерывать ваш диалог. Может, ближе к сути. Во время поездок по стране премьер-министр посещает не только крупные города, но и труднодоступные деревни. Но украинские женщины еще больше удивляют российских мужчин. Можно еще раз, пожалуйста? Ну, капец. Если можно. Украинские мужчины надежнее. Ты проверял? На 10 рублях изображен там город Красноярск. Какую бы купюру придумали, чтобы было на нее изображено с днем рождения КВН? Так, серьезный ответ готовится, пожалуйста, еще какую раз. Какую бы вы купюру придумали, чтобы на ней было изображено с днем рождения КВН 2007? Повторите, пожалуйста, нормальный вопрос. На городе Красноярске изображена купюра в 10 рублей. Ну, неважно, ему все равно. Давайте дальше. Какую бы вы бумажку нарисовали, чтобы там было написано «С днем рождения, КВН 2007»? Сто Александр Васильевич. Чего? Такая купюра. Так. Сто Александр Васильевич, будете покупать вы что-нибудь? За 10 рублей куплю. Спасибо. Сдачи не надо. Свободен. Свободен. Так, хорошо. И вообще КВН деньгами не измеришь. Повторяй. Есть ли жизнь после бесплатной медицины? Знаете, моей бабушке в 65 лет врач посоветовал в день ходить по 5 километров. Ей сейчас 75, и я понятия не имею, где она. Дима, ты решил взять количеством, да? Мы бал проиграли в визитке. Поэтому стараемся очень. Ну, попробуй. Это последний подход. Нет. В этом. Прошу вопрос еще раз. Есть ли жизнь после бесплатной медицины? Не знаем, оттуда еще никто не возвращался. Еще раз. Кожома, я тебя дисквалифицирую, Кожома. Ты чаще всех оказываешься... Я допинг не принимал, Александр Васильевич. Я надеюсь. Вов, повтори вопрос для Кожомы опять. Хорошо. Может ли в спорте поражение оказаться победой? Спросите об этом грузина, что там президентом слывет. Он с этим вопросом ложится, он с этим вопросом встает. Так, прошу, станция спортивная. Не надо, не надо, не надо. У нас с редакторами, Дим, вот так вот. Мы договорились давно. А мы там шутку придумали. Александр Васильевич все испортил. Пожалуйста. Ради шутки я не пьющий, готов обратно водрузить это все. Александр Васильевич, там чай был, я вам жизнь спас. Не, честно говоря, мы придумали вот так. Саша, это ты, что ли, да? Да. Да. Участница команды КВН сборная малых народов, город Москва. Александра задает вопрос. Внимание. Я тут подумала. На прошлой игре Юлий Соломонович интересовался персональной пенсией КВН. Как вы думаете, могу ли я, работая на Первом канале, обеспечить ему безбедную старость? Сашенька, тебе сейчас, Саша, тебе сейчас надо будет повторять, вышел уже участник, повтори вопрос.
могу ли я, работая на Первом канале, обеспечить ему безбедную старость? Ему, Юлию Соломоновичу Гусману? Да. Пожалуйста, отвечаем. Смотрите на Первом канале. Внучка Юлия Соломоновича. Колян, ну ты меня удивляешь. Давай, Дим. Много текста? Много возраста, да. Значит, закончите песню. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мной вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-л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 я. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-л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 я. Бабу тебе надо. Я не знаю, вопрос не прозвучал, но ответ можно засчитать, по-моему. Уже не надо. Вопрос ты будешь задавать, Дим? С удовольствием. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мной вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето. Ах, лето. Лето звездное, звонче пой. Сейчас попрошу лето. Опять Картункова выйти. Не заводите Атамат, меня. А ты что стоишь? Я жду. Да все ждут, ну понимаешь. Сначала начинайте. Тебе с какого места? Как угодно. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ча-ча-ча. У тебя свой ответ? Ну, конечно. Зачем заканчивать уже дважды законченную песню, если можно закончить незаконченную? Все не то и все не так, когда твоя девушка Собчак. Привет, ребят. Я когда участвовал в вечере встречи выпускников, призом была бутылочка игристого. Это в Сочи было. Сейчас в Екатеринбурге приз, я так понимаю, такие драгоценные камни местные. Вопрос, где будет следующая встреча и какой будет приз? Вон она чё. Ты ж дома должен быть. Эвана. Ну чё, вот это уже интересно. Ну, я ж тебя на хозяйстве оставил. Дружбаны... Зачем? Зачем ты пришел? Чё стоим? Чё не работаем? Паспорт не верну. Сереж, где будет следующая встреча и какой будет приз? А у нас город такой. Уехал, это уже праздник. Есть еще варианты? Ну, давай. У нас просто объявление. Это не касается... Я уже видел, слышал. Все видели уже. Нет, еще одно, не в зачет. Просто мы хотим предупредить, 10 ряд, 30 место, пожалуйста, помашите рукой, помашите, 10 ряд, 30 место. Предупредить хотим, вы там увернитесь, потому что мы в домашке туда копье будем кидать. Все, спасибо. Так, что ты опять вышел? Азамат, а где логика? Красавчик, помоги! Подсказка! Это... Так вот, чтоб вы знали, это КВН, логика не обязательна. У меня, короче, такая история. Подходит ко мне младшая сестренка и говорит: Коля, вот сходи в библиотеку, принеси мне Пастернака. Вопрос. Это надо мне такое сказать, а? Сходи туда. Не знаю куда. Принеси то, не знаю что.
Не волнуйся, Николай, у тебя 30 секунд, чтобы передохнуть. Вы понимаете? Не отвлекайся. Вот я, Александр Васильевич, вроде такой реальный пацан, а все равно вас боюсь. Давай, реальный пацан, повторяй вопрос. Если можно, целиком вопрос. Какие вопросы, брат? Про Пастернака, давай. Ну, короче, у меня такая история. Подходит ко мне младшая сестренка и говорит: «Коля, а сходи в библиотеку, принеси мне Пастернака». Не, это надо мне такое сказать? Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Я Пастернак, неси сестренке. Возьми себя в руки, Коля. Je vous aime. Короче, у меня такая история. Подходит ко мне младшая сестренка и говорит: «Коля, сходи быстро в библиотеку. Одна нога здесь, другая там. Принеси мне Пастернака». Ты не парься, бери сразу 3 ящика. А свое? Наболевшее-то будет, нет? У меня, короче, такая история. Подходит ко мне младшая сестренка и говорит: «Коля, а сходи в библиотеку, принеси мне Пастернака». Мне надо мне такое сказать: сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Мело, мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. И падали 2 башмачка со стуком на пол. И воск слезою с ночника на платье капал. И поломалась судьба у человека. Я Пастернака не верну в библиотеку. Группа Любэ и Олег Газманов спрашивают: можно ли отмечать День милиции хотя бы неделю? А то они не успевают всех поздравить. Колян, главное, пока они отмечают, ты в безопасности. Люди, как вы можете смеяться над шутками человека, в городе которого погиб Лермонтов? Я чувствую, заготовлено давно было, но ждал долго момента. Ну, во-первых, я очень рад, что Колян благодаря нашему городу узнал, кто такой Лермонтов. А теперь вопрос. Иду сегодня на игру, подходит ко мне мужчина, такой прилично одет, и говорит: «Семен, скажи со сцены мое имя и фамилию. Ермолаев Петр Иванович. За каждое произнесение $100. А я говорю: «Эх, Ермолаев Петр Иванович, Ермолаев Петр Иванович. И не стыдно вам, Ермолаев Петр Иванович? У вас, Петр Иванович, Ермолаев ум есть?» Теперь, Семен, моли Бога, чтобы обе команды отвечали. Потому что если одна, уже как бы итог не тот может быть. А что мне молить? Пусть думают смешные ответы и отвечают. А тебя еще и смешные интересуют в этом случае? Да, я хочу смешные ответы, чтобы были. А Ермолаев Петр Иванович? Александр Васильевич! Я знаю. Я в доле, Семен! Александр Васильевич, все равно только я его адрес знаю. Жалко. Повторяй. Эх, Ермолаев Петр Иванович, Ермолаев Петр Иванович, не стыдно вам? У вас, Петр Иванович, Ермолаев ум есть? Эх, Семен Слепаков, Семен Слепаков. Ах, Семен Слепаков, Семен Слепаков. Семен Слепаков, Семен Слепаков. Чувак за бесплатно работает. Спасибо, ваш вопрос.
еще один Томск. Все гениальное просто, но слишком однообразно. Особенно мышление у молодежи. Не обессудьте. Какой тебе годик-то? Ну, вам в сыновья гожусь. Возьмете? Занято место. Я же не родным напрашиваюсь. Если б не кризис, Гриша, взял бы, но кризис... Да я помогу с деньгами. В завершение ничего другого не могу сказать, как избитую фразу «Помоги себе сам». Здравствуйте. Сила тока на участке цепи прям пропорциональна напряжению, а пропорциональна сопротивлению. Зачем вы научили ребенка этому? А какие открытия вы сделали этим летом? Ага. Повторить сможешь? Сила тока на участке цепи прям пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. А какие открытия вы сделали этим летом? Ничего себе, тебе в школу хочется! Ха-ха-ха! Тебе тоже! Повторите вопрос. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. А какие открытия вы сделали этим летом? Так, иди к маме, не позориться. Ты мне не отец. Молодец, сын! Ребят, он у вас выиграл. Спасибо тебе! Спасибо всем! Спасибо! Разминка окончена!